Всем привет, ребята, с вами Варя, и сегодня я продолжаю делать обустройство моего домика. Ну и мы начинаем. Сегодня я буду вот мою комнату, потому что она какая-то не очень красивая. Я сейчас поищу шкаф. Я поищу сейчас красивенький столик какой-нибудь, чтобы можно сделать что-нибудь такое красивенькое. Давайте посмотрим. Тут есть стул, но он мне не подходит. Потому что ну, со скатерти его можно только на кухне. Ну давайте посмотрим на кухню. Вот такой маленький мне не подойдет, а вот такой большой мне уже подойдет. А вот тот маленький мне можно. В принципе, такой или вот такой. Ну, конечно же, такой. Ой, ё-моё. Так, давайте пока что все сложим. Опа, опа. Так, я сделала, теперь нужен табурет. Давайте посмотрим. Ну тут, в принципе, есть красненький. Ну, мне он как-то, я не знаю, как-то я сомневаюсь, что мне он подойдет. Вот, есть новогодний. Даже такой пуфик есть. Давайте пуфики добавим сюда вот. Мы как раз не хватали пуфики. Ну, не пуфики. Я оставлю, в принципе, мне такой стол. Ну, стол. Вот так вот. Телефончик. Интересно, есть мусорка в новогоднем стиле. Еще мне тут эти кресла надо обновить. Кресло есть, я там видела. Вот кресло. Наверное, больше вот это вот. Вот оно больше, естественно. Спасибо. Гумахиба, ё-мо. Упс. Здесь есть какая-нибудь кровать новогодняя. Это будет интересно. Ой, кровать. Такс. Давайте посмотрим. Серьезно, есть новогодняя кровать? Ну, какая-то она не очень. Мне, наверное, она не подойдет. Но хотя... Посмотрите. Или не маленькую взять. Возьму маленькую. Мне она нравится. Так, только надо Жорика достать. Моя игрушка, потому что надо его достать. Эта сумочка мне не очень нравится. Может, какую-нибудь есть красивую сумочку. Нет, тут есть только для посылочек, новогодних подарочков. Вот такое вот все. Их нету ничего. Даже ничего красненького нет такого. Ну ладно, ничего страшного. Белый, в принципе, это тоже ну, новогодний цвет. Ну, как вы знаете, да, наверное? Наверное, но я не говорю, что вы прям знаете. Ну, вот я, наверное, просто. Я хочу поменять полочки. Сейчас поменяю полочки и покажу. Так, я вот сделала вот такую вот комнатку. Сейчас мне надо чуть-чуть поменять. Так, ну я и доделала спальню и гостиную. Ну да, гостиную, зал. Так, вот эту я не знаю. Я хочу заменить вот этот белый шкаф. Ну хотя, не хочу. Но мне, в принципе, нравится. Давайте дальше. Так, ну ванная. Мне надо убрать только растения. Я еще дополнила спальню вот таким вот картинкой. Она стала намного разнообразнее. Я поменяла шторы. И давайте лампу я поставлю вместе с вами. Лампу я... Ой, лампу, какую лампу? Люстр, ну вот это вот вы поняли, да? Что вот будет освещать, я не знаю. Что поставить? Ну, наверное... Вот эти вот шарики, они самые основные. Самые обычные. Хотя мне надо что-нибудь белое. А белые я даже не знаю что. Ну, вот эти вот, ну, можно сказать, нормально. Ну, давайте я эти все-таки заменила. И вот тут вот надо поменять. Сейчас поменяю и покажу. И сделаем обзор. Thank you.
всем пока!